Я только что наконец-то полностью избавился от надписей маркером, которые перекупы там или кто там, отправители груза на пароме делают на лобовом стекле машины. На аукционе, я полагаю, их делают. В общем, поправьте меня в комментариях, если я не прав. И избавиться от них удалось только при помощи вот такой бритвочки, которую используют мастера в установочных центрах. У нее вот одна сторона такая, как бы типа защищает пальцы, а другая бритвочка. Только этой бритвочкой удалось аккуратно соскоблить эти надписи. По-моему, я ее куда-то уронил и потерял. Ну, надеюсь, найду. Никакие, ребята, смывки для лака, для ногтей, ацетон, там, что такое еще, черт побери, не придумать, ни черта не помогало, представляете? И только вот эта вот фигня, бритвочка, только она смогла мне избавиться от надписи сзади. Да, и, к сожалению, надпись эту Кацуаки, Ватамаси или что бы то ни было, которая сзади, каким-то образом она у меня отпала. Это надпись, которая показывала парковочное место и префектуру полиции, в которой эта машина была зарегистрирована, где она парковалась. К сожалению, отпала, и этот стикер сзади я тоже смог отскоблить только с помощью этого бритвочка, все правильно, вы меня поняли. Не переключаемся.